Реализация государственной молодежной политики в Оренбургской области достаточно на высоком уровне. Вот, и сегодня я посетила и коллегию. Вот, где мне очень понравилось. Вот, действительно поднимали серьезнейшие вопросы. Вот, хочу сказать, что руководитель Оренбургской, вот Ирина Останина, она, конечно, молодец, и она, скажем так, является таким стимулом для нас, для всех, даже на федеральном уровне.